Так вот в зоне АТО поживают пацаны тут, блядь. Передайте привет сепаратистам, пацаны. Пацаны не наши, не могут передать. Футбольчик. Мальчики похожи на качков. А, блин. Машина Виталёса, кстати, нужно будет обязательно ему показать, блядь. Можно вот так делать, чтобы... Сука, десантируйся. Ебать, блядь, корреспондент, блядь. Да видишь, блядь, сука, всякие, блядь, дурачки не могут снять нормально ничего, блядь. Да, да, да. Диверсант, снимаешь наши позиции? Да, в игру в футбол в основном, блядь. Так и живем тут, блядь. Все поебано, блядь. Господа, передайте привет сепаратистам, не хотите? Пресс-службе ебанутой передам хоть видос, блядь, хоть нормально что сделал. Они, блядь, очкуют куда-то поехать, что-то снять, блядь. И там, да, сидят? Да. Там внизу тепло? Да там холодно и сыро, блядь. Свечечки горят, блядь. Блядь, ёбаный рот. Вот подвальчик, блядь. И Спашечка спит, блядь. Прирождённый, передай привет сепаратистам, блядь. Хуйня тут, блядь, происходит, сука. Ну, хоть пока не ебашат. Можно остаться.